Там узбонус по 1400, покупают они 3 АК, 1 Галил, Пэшка у Селтера. При этом гранат минимум утилити. А как брать раунд? А сейчас пока. Там 2 авика у Меджера и Воксика. Ты обрати внимание, 2 АВП. Как такое пройти без гранат? Через центр. Через центр? Ну тоже через как центр. Вариант. Ну, там ладно, они не знают, что тут нет авика. А, он так решил сыграть. Все, вопросов нет. Так. Он просто хотел. О боже. Меджер с авиком у нас уже занимает мейн. Обрати внимание. А Селтер уходит за бомбой. Бомба соло лежит. Пушить он не будет. Ну, знаешь, такой фраг, как-то Хантарос, кажется, игрок без ошибок, который играет. Понимаешь, что смог решит, и подсадка есть. Кто? Сантарос? Хантарос. Без ошибок играет? Ну, вот сейчас сыграл это... Ой, Каликс получает по щам. Так, Воксик с авиком будет. Два авика, два АВП. Сейчас флешка прилетает, молик прилетает, он слепой, можно выходить на размен. Максимум одного убивает, и моментально слышь, размен слышь, горит, поэтому он никого не смог убрать в этой ситуации. Викадия также падает, и Мейджор отправляется на сейф. Это 9-й раунд для Авроры, и плохая, очень плохая экономика для Eternal Fire. Какая-то контрастная игра. Только что Аврора делает, ошибается, дают свой раунд. Ну как, они не то что ошиблись, их просто перестреляли, грамотно сыграли на Eternal Fire. Там было но тут, все равно. Тут каждый индивидуально с Eternal Fire ошибся. Аврора воспользуется этим, молодцы, красавцы. Ой-ой-ой-ой, я не знаю, как будто бы прошлый раунд это была пощечина по Авроре, которая их взбодрила. А сколько там у вас бонус? Там одного только 1450. 1900 у вас бонус. Мы это эко должно? По деньгам Воксика посмотреть. Я да. ВП должен копить. Это на 10-й по-хорошему Аврора должен. Да, можно максимум диглы раздропать какие-то и сыграть. Даже честно, вот здесь очень важны гранаты. Ой, как он его красиво забрал. Здесь даже диглы не стоит покупать. Есть у Меджера, видишь, 4700, один авик. Интересно, а зачем они два авика взяли в прошлом раунде? Хотели удивить, удивили. Ну, была стратегия. У них была стратегия, они не придерживались. А вот прокатила она или нет, это уже второй вопрос. Вот смотрю за Авроре, только хочу сказать, чтобы они не... Ну, я думаю, такой тут точно должен забирать. Есть стреляет, прикрой его, братан. Селтер. Прикрывает Кенси, но там 4 на Б. 4 на Б, сейчас будет выход на одного Норви. Норви будет говорить всю информацию.